Вы находитесь на официальном YouTube-канале «Кувалда Любовь». Не забывайте, пожалуйста, комментарии, лайк, дизлайк, по колоколу, бум-бум, троечку, четверочку, двоечку, скобочки, вы не пропустите ни одного эфира. Ребят, я хочу сделать для вас, думаю, будет очень полезный и классный не один ролик, а несколько. Первый ролик будет о том, когда, не дай бог, вы если приехали в Америку и потеряли документы, или кто-то украл у вас документы. Первое, сначала я вам полностью расскажу, что нужно для этого делать, если вы потеряли документы. Под роликом будет полное описание, будет линк, где вы сможете кликнуть, посмотреть, какие формы должны заполняться и что при этом нужно делать. И самое главное, чтобы вы не паниковали. И я это вам все так четко постараюсь объяснить, что если, не дай бог, что-то случилось, вы просто знаете, ну так потеряла, восстановлю по-любому. Вот. Хорошо, ребят, все, погнали. Постараюсь все четко вам объяснить, показать, сделать линк, чтобы вся информация была для вас. Это потеря паспорта, потеря документов, потеря телефона. Все-все, не дай бог, если у вас что украли, вы потеряли, или водительские права, независимо что, даже без денег вы остались. Я все вам растолкую, что нужно при этом делать, и я думаю, для вас это будет очень классная и полезная информация. Все, ребят, погнали. Вот такой пример я приведу. Вы прилетели в аэропорт Кеннеди, в Нью-Йорке, это в Квинсе, и вы оказались, что вы потеряли документы. Но у вас, к примеру, есть мобильный телефон. Большое дело, по мобильному телефону, даже у вас нету сим-карт, ничего, это как emergency call, звоните 911 и просто элементарно вы скажете «I need Russian translator». Вам сразу дадут русского переводчика, русский переводчик переведет все оператору, и этот оператор пришлет полицейский наряд, который приедут и возьмут у вас репорт. Репорт вам обязательно нужен, номер один. Для того, чтобы восстанавливать документы, вам по-любому зададут вопрос, или вы ходили в полицию, или вы вызывали полицию, или есть репорт. Называется complaint. На нашем языке это форма UF-61. Вот. Вы оказались без денег. Вы можете, когда приехал полицейский, объяснить этому полицейскому, у меня нету денег, мне нужно туда-то, туда-то. Этот полицейский, по-любому, никто вас не бросит на месте, помогут сделать все для того, чтобы вы добрались до вашего места назначения. Вот, например, у вас нету телефона. Это есть телефон, у вас нет телефона. Нет телефона тоже не беда, есть TSA, это как security officer, в каждом аэропорту подходите к этому TSA officer, у него огромными буквами TSA, и вы пытаетесь на пальцах ему любым способом, как вы можете, и хотя бы сказать, что вы хотите вызвать полицейского, чтобы приехал полицейский. И полицейский будет иметь возможность найти вам переводчика и так же самое, все как я объяснил, весь этот процесс проделать. Я вас очень прошу, не думайте, что полицейскому нельзя доверять, что полицейских нужно бояться. Не нужно. Полицейского можно бояться, если вы врете или вы что-то совершили не то. Если у вас беда, вам помогут на 100%. Даже не сомневайтесь. Это не имеет значения, какого вы, с какой стороны вы приехали, на каком языке вы говорите или какого цвета кожи. То есть работа полицейского помогать людям, а не наоборот. Так что не переживайте. Следующий этап. Вы оказались в аэропорту, добрались до полицейского любыми путями, правильно? Главное не паниковать, не переживать, это ничего страшного, вы все сможете в Америке восстановить. Это без проблем. Есть
посольство Украины, посольство России, посольство любой страны, которая нужна, вам его найдут, вам помогут и подскажут, что нужно делать. В описании я постараюсь побольше вам описать, что для этого нужно. На русском языке полностью весь расклад постараюсь вам дать. И в дальнейшем я вот продолжу, что вы должны делать и какой у вас будет дальше этап после того, как вы обратились к полицейскому. Когда полицейский приехал, вы ему объяснили, он сделал репорт. И вот после этого репорта, какие шаги вы должны сделать. Мы сейчас, я буду продолжать, постараюсь вам объяснить так, чтобы было доступно и понятно. Но главное, номер один, не паниковать, ничего страшного, ничего не произошло, это бумага. Вы потеряли, вы восстановили. Но самое главное, ребят, вот просто знайте для себя, что вам легче было это все восстанавливать, просто сделайте копию вот этих всех документов, просто копию, где-то, я знаю, где-то вшейте, спрячьте, просто чтобы было вам на всякий случай. Вот. Так что, ребят, давайте продолжаем. Вы приехали в Америку, вы потеряли паспорт и полностью все документы. К примеру, берем паспорт, и есть форма, I-94 называется. Эта форма, она заполняется по прибытию в Соединенные Штаты. Это очень важная форма, в этой форме написано, когда вы выехали, и когда вы приехали, и ваша, и когда вы уезжаете из страны. То есть, что первое, что сразу вы должны сделать? Сразу вы должны пойти в полицейский участок или позвонить 911 и сообщить полицейским, что или у вас украли там сумку или что бы там ни было, или вы потеряли документы, что полицейские сделали репорт. Это обязательно. Это номер один. Номер два, вы должны запросить копию формы номер 94. Ее можно будет запросить по интернету онлайн, внести свои данные, и вы сможете взять копию этого документа. Я обязательно укажу эти данные все. Ссылочка будет, куда зайти, и на русском языке все будет описано. Потом следующий шаг. Вы должны сообщить консулат своей страны, что ваш паспорт там был утерянный, и обязательно вы должны сообщить консулат Соединенных Штатов в Америке, так же самое. Самое главное, ребят, что вы с этого не паниковали, это ничего такого страшного, это нормально, многие люди теряют и восстанавливают. Сколько это будет стоить, я вам точно не скажу, там будет все указано в ссылочке и в описании всего. И что еще я вам хочу сказать, если вы потеряли эти документы и у вас уже срок, вы должны вернуться назад в страну, ничего страшного, вы можете находиться на территории Соединенных Штатов Америки до тех пор, пока вы не восстановите ваши документы. Так что, ребята, это не такое большое дело. То есть я хочу, чтобы вы хорошенечко, вам выложу видео, моя жена зачитала полностью, как этот весь процесс происходит. И плюс к этому я сделаю ссылочку, будет на русском языке, кому будет интересно, чтобы вы это все прочитали. Хорошо, ребят, давайте, не переживайте, не дай бог, если что случается. Здесь в Америке не можете звонить в полицию, вам люди придут на помощь и помогут во всем. Все, до встречи. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Я сегодня хочу продолжить то, что начал мой любимый муж Константин по поводу утерянных документов, когда вы прибыли в Соединенные Штаты Америки и у вас потерялись документы. Так вот, мы нашли вам веб-сайт, на который вы можете сами, в принципе, зайти и прочитать. Сайт называется travel.state.gov. Всегда смотрите, чтобы на конце было gov. G-O-V. Я вам сейчас зачитаю, что вам нужно делать, самые первые ваши шаги, когда вы приехали в США, и вы поняли, что у вас нет документов, что вы их где-то потеряли на своем пути. Значит, первое.
паспорта, визы и записи о прибытии, отъезде, это входная печать или бумажная форма I-94, являются официальными проездными документами, которые иностранные граждане, прибывающие в Соединенные Штаты, должны иметь при себе, чтобы показать свою страну гражданства и правовой статус в Соединенных Штатах. Мы рекомендуем путешественникам сделать копию биографической страницы паспорта, визы США и визной марки или бумажной формы I-94, если таковая будет предоставлена, как можно скорее после прибытия в Соединенные Штаты. Если вы являетесь иностранным гражданином, временно проживающим в Соединенных Штатах, и теряете визу в США, вы можете остаться на время вашего разрешенного пребывания, как указано на вашей вступительной марке или бумажной форме I-94. Запись о прибытии и отъезде. Вам понадобится действительный паспорт, чтобы выехать из Соединенных Штатов и въехать в другую страну. Если вам была выдана бумажная форма I-94, и она была утеряна или украдена, вы должны немедленно заменить ее. Есть несколько шагов, которые вам нужно предпринять следующим образом. Первый. Полицейский отчет. Идите в местный полицейский участок и сообщите об утере или краже документов. Если это возможно, вам нужно будет предоставить копии оригиналов документов. Вам будет выдан полицейский отчет с подробным описанием инцидента. Не забудьте сделать дополнительную копию отчета для своих собственных записей. Запрос на замену утерянной украденной записи о прибытии отъезде, это форма I-94. Замена утерянной или украденной формы I-94 находится в ведении Министерства национальной безопасности, это DHS. Чтобы подать заявку на замену I-94, вы можете пойти по ссылке, называется «Заявление на замену первоначального документа прибытия отъезда неиммигрантов» в DHS. Вы нажмете просто на эту ссылку, и она вас выведет, и там будет все написано. Сообщите об утере украде ваше посольство. Обратитесь в местное посольство или консульский отдел страны вашего гражданства для получения информации о процедуре замены утерянного или украденного паспорта. В большинстве стран есть веб-сайты в интернете с контактной информацией. Сообщите об утере украде визы в США, посольство или консульство за рубежом. Чтобы сообщить об утере или краже визы, напишите в консульский отдел США, посольство или консульство за пределами США, которые выдали вашу визу. Поезжай в США, веб-сайт посольства или консульства для поиска адреса электронной почты и контактной информации. Обязательно укажите свое полное имя, дату рождения, место рождения, адрес в Соединенных Штатах и адрес электронной почты, если он доступен. В частности, укажите, была ли виза утеряна или украдена. Если у вас есть копия паспорта или визы, сканируйте и отправьте ее по электронной почте в посольство или консульство. В противном случае, если он известен, сообщите категорию визы и номер паспорта из утерянной украденной визы. Если вы сообщили об утере украде визы в США, посольство или консульство, а затем вы обнаружите свою неуместную визу, тогда ваша виза будет недействительной для будущей поездки в Соединенные Штаты. Поэтому в этой ситуации вы должны подать заявку на новую визу в США, посольство или консульство. Подача заявки на замену в США виза. Утерянные или украденные визы США не могут быть заменены в Соединенных Штатах. Для замены визы вы должны подать заявление лично в США. Посольство и консульство за рубежом. При подаче заявления на замену визы вам нужно будет предоставить письменный счет, подтверждающий потерю паспорта и визы. Переложите копию полицейского отчета. Делаем выводы. Самое главное – это сделать копию всех ваших документов. Оригинальный документ. Паспортов, визы. Тем самым вы себе немного упрощите жизнь, не дай бог, в случае украденных или потерянных документов. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь. Пишите, оставляйте комментарии. Спасибо.